Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех рад пришли в канале. Ребята, в этом видеоролике я хочу вам рассказать об игре, о которой, я думаю, большинство людей знают, которые смотрят мой канал. Но самое главное, что я хочу сказать, что еще полгода назад, когда я был в данной игре, чистыми я заработал там порядка 500-700 долларов. Реально чистыми, полгода назад. Потом остановились, вышел, перестал я там зарабатывать. И вот сейчас решил войти. И в общем, ребята, я расскажу, почему я решил обратно вернуться. Это первое. Второе, тема такая, что согласитесь, вот я сейчас рванулся в дропы, да, они тоже просят, требуют вложений, как ни крути. Где-то комиссия, где-то мост, бридж и так далее. Если ты хочешь сделать хорошо, а не просто там две транзакции, это требует денег. Ну, как ни крути, если ты хочешь. А обратно сейчас ничего не получаешь, а вкладываешь нормально, а ничего не получаешь. Поэтому я решил войти, вернуться обратно в данную игру. Соответственно, я расскажу и покажу, сколько стоят герои, какая доходность, какая окупаемость, на какую сумму я вошел, на какую сумму вообще рекомендую вам зайти. Ну и вообще, в принципе, все полностью расскажу и покажу. Ребята, поверьте, игра приносит бабки. Приносила полгода назад, приносила все это время деньги и приносит до сих пор. Пор. Игра не скам, уже проверена временем, вообще всем просто на свете. Она доказала, что это стопроцентная тема. В общем, давайте по порядку, полностью, обо всем по порядку. Сворачиваем. А перед началом видеоролика, как обычно, хочу порекомендовать подписаться на наш телеграм-канал. NFT игры, какие-то темки, куда влетаем, на чем зарабатываем. В общем, все изначально публикую сюда. Ссылочка будет в описании под видео, переходите, подписывайтесь. Ну, а теперь, ребята, давайте перейдем непосредственно к самой игре. Я думаю, что многие помнят, знают лог, я решил вернуться. Меня долго просили, долго, ну, там вообще писали, я понимал, что она все приносит. Я такой, ай, потом, и нет, все-таки я решил зайти. Ну что, давайте перейдем. Вообще, стоит сказать, почему еще один из ключевых факторов, почему решил зайти, потому что туда вкидывают киты. Один есть в нашем чате, там 4-5 тысяч долларов он туда вкидывает, что-то постоянно зарабатывает, кто-то просто... Короче, я знаю, что в игру несут хорошие бабки, и она хорошо дает заработать. В общем, все, погнали. Первое, окупаемость и стоимость. Я покажу, что купил сегодня я, сколько они приносят мне, а далее мы разберем, что в принципе есть в продаже и сколько это приносит. Давайте покажу, что сегодня купил я. Значит, что я купил? Я купил себе вот эту кассиопею за 33 доллара, и она приносит, давайте сразу посмотрим. Во-первых, она будет мне приносить, вот если видите, блин, вот я не, кстати, к сожалению, а вот я мышкой могу, 150 дней она будет приносить мне доход, 1,68 лока в день. Это где-то в районе 0,7 долларов. И купил вот такого цифея, короче, да. То есть я купил себе вот такого цифея. Он стоил 30 долларов. Я взял самые минимальные себе, короче, ну, самых минимальных пока персонажей. Он приносит 2,16 лока. Это где-то 0,80, ну, 0,89. Ну, я еще, мы сейчас это все посчитаем, я покажу. И доход он будет приносить в районе 60 дней. Вот таких двух я себе купил. Это первый способ заработка. Также у нас есть шахта, куда отправляешь так своих героев. И там тоже уходит около одного лока или что-то такое. В общем, раз, два, зафиксировали. Зашел на 66 долларов. Почему только на 66, ребята? Смотрите, вы давно меня знаете, я человек, который не пиздобол. Я всегда показываю честно, сколько я вкладываю, сколько я зарабатываю. Я не пишу типа, вот, блядь, хотя можно же, понятно, сколько ты зарабатываешь, но многие пишут с учетом рефералки. Ну, я так не делаю, потому что, ну, это несправедливо, я считаю, и нечестно. Я пишу реально честно, сколько зарабатываю. И, соответственно, сейчас мне там еще надо на Байбит закинуть. Короче, пока не было, ну, то есть суммы побольше, чтобы залететь. Но со временем каждый свой доход или где-то прилет денег, я хочу здесь нормально затариться героями. Нормально, ну, прям очень хорошо, потому что игра живет и, мне кажется, будет долго жить. Короче, зафиксировали, два героя зашел. Теперь давайте вообще посмотрим, сколько стоят герои и сколько они приносят денег, какая окупаемость. Значит, вот драка, которого я купил, 30 долларов. Здесь у нас написано 0,84 доллара в день он мне приносит в течение, как помните, 60 дней. Цена 30 долларов. Сейчас на скидке у них цена, то есть имеете, у меня уже есть, на скидке у них цена 30, так стоит 40 долларов. 60 дней он приносит по 0,84, зафиксировали. Далее мы можем купить за 72 доллара. У нас получается 2,1 доллар в день. Общий доход 168 долларов. Это сколько получается? 80 дней. 80 дней мы будем получать по 2 доллара, вложив 72 доллара.
Ну, в принципе, нормально. Это сколько получается окупаемость? Месяц? 30 на 2,1. Чуть больше. 35 дней. Чуть больше месяца. И далее мы получаем чистый доход еще $90. Ну, в принципе, я считаю, неплохо. Идет у нас дальше. $132. Тут уже $4 в день. $400 общее. Ну, короче. Короче, ребята, чем больше, тем выше покупка, чем дороже покупка, тем больше и доход суточный, и окупаемость быстрее, и больше он приносит итого. Ну, давайте, к примеру, откроем, ну, то есть вообще какой-нибудь за $1180. $1180. Суточный доход $40. Итоговый доход $7400. В 7 раз больше. Ребята, приносит долго. Логичный вопрос. Я думаю, что у вас есть логичный вопрос. А не жирновато ли? Не жирновато ли? И почему, ну типа, почему будет жить? Прикол в чем, ребята? Ой, господи. Ляпнул свой старый кожик. Давайте я вам покажу. Лог новой NFT-игра. 5 месяцев назад. Полгода назад мы в нее вошли. Я тогда там, ну, почему, вообще, почему с нее тогда вышли, ребята, рассказываю. Тогда мы там был... Абуз, короче, такая тема, что они давали бесплатного персонажа, которого приносил, вообще там окупался за 6 дней и приносил столько, кажется, там плюс $10 или $15. И там все просто полетели, куча аккаунтов сделали, просто куча аккаунтов. Ну и, соответственно, и мы тоже. Потом эту тему приклеили, ну и мы подумали, что все, игре конец. А нет, и она до сих пор живет. Так, это касаемо дракона. Идем дальше. Что у нас есть еще? Кассиопея. Вот это был первый уровень, вот эту я сегодня себе купил. И далее идет $99 в сутки, $2, средний доход 315. Ну, то есть здесь уже, конечно, доход поменьше, но она приносит дольше. Ну, то есть по времени она приносит дольше. Дальше у нас идет $264, 660, 1650, 2640 и 3960. $4000. Сколько у нас она приносит? Получается, в сутки, в суточную у нас $96, а общий доход $20000, блин. $20000. Общий доход. Давайте посчитаем, если, допустим, условно купить за 4 штуки. Я знаю, что в чате Кит, у нас он так и подписан в нашем чате, он зашел на 4 или на $5000. Что он купил, я не знаю. Кстати, также стоит сказать, что очень часто они проводят какие-то акции. Кэшбэк, там, за ревку, там, что-то там... Нет, ну, кстати, вот по ревке там и не часто, к сожалению. А вот на покупку каких-то персонажей, приколюх, реально часто акции. И вот этот китенок и залетел постоянно, залетает постоянно под них. Он там полгода, вот как я ему... Мы зашли туда полгода назад, вот так он до сих пор качает оттуда бабки. И хорошо, если начал залетать такими суммами. Так, давайте посчитаем. 4 штуки. Суточные $100. Сколько нам нужно окупиться? 40 дней получается, правильно? 10 дней $400. А нет, подождите, 100 дней. 100 дней, правильно? 100 дней. Это сколько? Это 3,5 месяца. И далее у нас идет чистыми 100 баксов в день. А нет, стойте, $100. $100 в день, 40 дней. Правильно? 4 дня. 400. 10 дней, 1000, все правильно, 40 дней, и далее у нас идет, ребята, и далее у нас идет просто баснословный доход. Это очень много, это очень много. И я бы честно сказать, если бы это была какая-то левая тема или какая-то новая тема, молодец я, да? За тут, блядь, смотрю на экране в телефон, а здесь забыл вам показать, о чем я говорю, бля. Короче, смотрите, вот последнего я рассказываю, $3960, суточный $100, общий доход $20000. $20000 общий доход. То есть окупаемость у нас получается 40 дней, и потом каждый день плюс $100. Еще раз повторюсь, если бы это был не лог, который живет уже полгода, и мне почему-то кажется, что есть, я сам удивлен, но мне почему-то кажется, что он может жить еще столько же, ну гем получается, гем получается. Кстати, еще один момент, смотрите, получите $1000 каждый месяц. Тут среди всех тех, кто купил какого-то персонажа, разыгрывается каждый месяц $1000. Как это работает, я пока сказать не могу, но факт есть факт. Идем дальше, у нас есть Цифей. В общем, ребят, это был на распродаже, его уже нет. И есть Феникс, насколько, кстати, я знаю, по-моему, все берут и часто берут Феникса, не знаю почему. Начальная стоимость, кстати, тоже, как видите, на скидке $100, сейчас за $80. Так. Радость моя, иди погуляй, пожалуйста.
$80 у нас TFA, суточный 0,67, итоговый $161. Но я так понимаю, что он просто приносит очень-очень долго, ну, то есть по времени деньги. Короче, ребят, я не буду сейчас, наверное, разбирать все вот это. Почему? Потому что вы можете перейти и посмотреть, сколько стоит персонаж, сколько он приносит в день, какую сумму он приносит итого, да, и какая это получается окупаемость. Единственное, что стоит сказать, что есть персонаж с быстрой окупаемостью, есть с более долгой. И то, в принципе, хорошо, ну, как по мне. Самое интересное, еще раз повторю, что тема живет уже прям очень и очень долго. 12 тысяч, посмотрите, сколько, какие скидки. Ребята, смотрите, какие скидки. $5000, а так 1650, и в день он приносит 17 баксов. Ну, короче, я не знаю. Что я хочу сказать? Итого. Я сейчас купил себе два персонажа. Я хочу вам сказать на полном серьезе, что я думаю сюда залететь более, ну, прям получше, ну, прям серьезней. Когда я это сделаю, при первой же доходности, либо где, когда мне просто прилетит с какой-то левой темки, я это сделаю. Ребята, игра живет и приносит. Ну, постоянно живет и приносит. И я немного отвлекся, почему она столько живет. Ну, то есть, она приносит очень много, до сих пор живет. И как это вообще, я не понимаю. Но факт в том, что это факт. Ну, то есть, она реально приносит прям хорошие деньги. Очень долго живет, она уже зарекомендовала себя, то есть, ну, тема, ну, 100%. Поэтому давайте подведем какой-то итог. Как я уже говорил ранее, со всего, где мне что-то прилетит, какая-то копейка, я буду залетать сюда прям пожирнее. Во-первых, она дала заработать полгода назад и очень жирно, то есть, ну, действительно, дала заработать. Тогда можно было вообще туда вынести просто сумки, сумки денег. Кто сделал много аккаунтов и купил просто персонажей, тот вынес. А кто до сих пор играет, тот вынес еще в разы больше оттуда бабок. Поэтому да, буду влетать. А вам какая рекомендация? Заходите, сходить, естественно, ничего дать не могу. Но факты я вам показал. Полгода живет, люди туда вносят большие суммы, а забирают оттуда большие суммы. Как по мне, игрушка гем. В общем, будем я о всех новостях, где буду, сколько выводить, как, каких персонажей покупать, когда будут какие-то акции, я буду писать в телеграм-канал. Ссылка в описании. В общем, ребят, принимайте решение сами, но лично мое, сугубо мое личное мнение, игрушка принесет еще очень и очень жирно. И будет она жить еще долго. Дай бог вообще ей просто царствие вот этой жизни, блядь. Целую просто разработчиков ноги. Давайте, блядь, еще поживем. Дайте отсюда забрать хотя бы там 5-10 долларов, и вот буду счастлив. Все, ребят, на этом у меня все. Если видео было полезным, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всех обнял, приподнял, ребзя. Всем спасибо, всем пока.